пришли в магазин орехи. Олег все никак не выберет, какие орехи взять. Может, есть название ореха? Наверное, вот эти. Ясно. Никак не определиться, что. Вот эти. Да. Сколько стоит? 10 грамм, а 130 рублей. 130 рублей. Брагин. Месяц не пищи. Ну что, не будешь? Да нет. Не хочу. Вот все есть. Что тогда так спрашивают? О, пошли.